подготовке и проведении Дня города задействованы все работники мэрии, специалисты социальной отрасли, представители общественности и бизнеса. Но День города – это праздник сочинцев и для сочинцев. Таков основной посыл торжества, поэтому все события и акции рассчитаны как на молодежь, так и на людей старшего поколения. День города – это праздник самого города, а это значит отдельной семьи, отдельного дома, отдельного подъезда, отдельного двора. Естественно, это дизайнерское оформление улиц, парков, скверов. Вот. Наш город, он самый зеленый. Наш город имеет очень хорошую городскую среду. Да? Но нам просто необходимо это все привести в порядок и приумножить. А сохранить и обновить зеленый наряд курорта можно и нужно, проводя субботники и экологические акции. Они как раз и станут важной частью празднования Дня города. Каждый сочинец может посадить дерево или кустарник. Районными администрациями уже предусмотрены специальные места и закуплены саженцы. В Эмеретинке, например, будет высажена аллея эвкалиптов. У нас высажены ряд школьных лесничеств, детских садов, в школах. У нас проводятся акции постоянно, выставки картин, детских рисунков всех. Да. Я с удовольствием могу только пообещать о том, что работники парка, то есть жители города Сочи, которые относятся к парку, а их немало, достоинство отнесется к празднованию этого города. Мы будем участвовать и поддерживать высадки этой аллеи. Озеленить город предложено и предпринимателям. Они же должны позаботиться о праздничном оформлении витрин. Обновятся и городские клумбы. Планируется высадить более 450 тысяч сезонных цветов. А вот о красочном оформлении придомовых территорий должны подумать жители. Кстати, ежегодный конкурс на лучшее благоустройство уже стартовал. Победители будут отмечены во многих номинациях и получить приятные подарки по силе каждому. Талантливые сочинцы могут сочинить стихи, песни, сделать фото любимого города. Заявки нужно оставлять в управлении культуры или в соцсетях под хэштегом «Твой день города». Итоги конкурсов подведут 18 ноября. Победители смогут позавтракать с главой города. В рамках празднования Дня города будут отмечены не только самые талантливые, но и самые спортивные, дружелюбные сочинцы. Состоится чествование семейных династий, молодожен и юбиляров. Что касается мероприятий, то они пройдут во всех районах Большого Сочи. Это выставки, концерты, молодежные квесты, бесплатные показы кино. Праздничную программу подготовили и рестораторы. Свои лучшие блюда они представят в фойе Зимнего театра. Подарки есть и от мэрии. На улице Новогинской появится колокол Всемирных хоровых игр в Сочи. В сквере у музыкальной школы номер 1 установят бюст Шмелева. В Адлере откроется новый сквер, в Хосте подвесной мост через реку, а в Лазаревском – экстрим-парк. Ну а непосредственно в день города 21 ноября состоится праздничное богослужение и крестный ход. Шествие проследует от храма Михаила Архангела по улице Орджоникидзе до площади Южного Мола. Подробная афиша праздничных мероприятий появится в ближайшее время в общественном транспорте, СМИ и в сети интернет. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.